Желаю всем замечательного дня, удачи и за работу. Пошел с друзьями на шашлыки. Я приехал убирать Байкал. Я не пошла с подругой по магазинам. Я приехала убираться на Байкале. Я не пошел с друзьями на футбол. Я приехал убрать мусор на Байкале. Во-первых, потому что мы увидели огромное количество мусора на берегах Байкала. И во-вторых, мы увидели взрослых людей, которые с горящими глазами собирали этот мусор. Это было просто чудесно. Сегодня мы ездили убирать берега Байкала от мусора. Участвовать в нашей акции мы пригласили 100 человек. Это сотрудники нашей компании N+ Group, Евросибэнерго, а также студенты РГТУ, будущие сотрудники нашей компании. Наша акция называется «360 минут ради Байкала». Эти 360 минут каждый из нас мог бы провести по-своему. Кто-то поехал бы с друзьями на рыбалку, кто-то бы книжку почитал. Мы решили провести этот день по-другому. Мы поехали убирать мусор на Байкале. И я рада, что я провела этот день именно так. Наша дружная команда собрала 500 мешков мусора, а это целых 4 КАМАЗа. Это первая наша акция, но мы планируем сделать такие акции регулярными и надеемся, что к нам присоединятся и другие компании. «360 минут моей жизни ради жизни Байкала».